Привет, друзья! Как-то мало очень людей обратили внимание на то, о чем я говорил несколько раз уже. Это о том, что у нас есть проблема. У каждого человека есть проблема. Это проблема зависания. Потому что когда вдруг по какой-то причине возникает стресс, часто люди зависают. У них происходит такая же ситуация, как в компьютере, зависание. И надо перезагрузиться. И это зависание служит причиной многих фобий. Это зависание служит причиной и психосоматики. А если вы зависаете на чем-то приятном, это служит тому, что у вас становится такая привычка. Поэтому, друзья, очень хорошо бы всем понимать, что кроме проблемы сахара, например, кроме проблемы питания, есть еще проблема это зависание. Зависание – это очень серьезная проблема. И поэтому сейчас, когда люди все в неопределенности попадают в стрессы, мобилизация происходит, адреналиновый комплекс включается, а нам нужно перезагружаться и переходить на равновесное состояние. Гомеостаз, чтобы нормально работал. Поэтому иногда надо переходить в режим ручного управления, то есть сознательного управления. Поэтому, чем чаще вы будете смотреть мои ролики от школы «Человек будущего» Homo Futurus, тем быстрее и лучше вы будете понимать, как освобождаться и перезагружаться очень коротким способом. Как быстро выходить на ноль безмятежности, как быстро выходить на поток творческого решения разных вопросов. Короче, все. Самое главное, чтобы были подписаны на канал YouTube мой, чтобы были подписаны на Telegram и на другие наши сети. До встречи, друзья!